Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор», и в этом видео я расскажу вам о лучших электрических зубных щетках. В данный топ я включил 7 моделей зубных щеток от разных производителей, и сейчас расскажу вам об их возможностях. Также в описании под этим видео я разместил ссылки на сайты, перейдя по которым вы сможете узнать стоимость этих щеток в различных интернет-магазинах. Ну а перед тем, как я начну, хочу напомнить, что на канале «Правильный выбор» регулярно выходит много топов и обзоров на различные устройства, которые могут быть интересны для вас и помогут определиться с покупкой. Так что рекомендую подписаться на канал и нажать колокольчик, если вы не сделали этого раньше, чтобы знать о выходе новых роликов на канале и быть в курсе самых выгодных цен на обозреваемые товары. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, не забывайте ставить лайки и писать комментарии, а я начну топ-7 лучших электрических зубных щеток. Поехали! Первая героиня этого видео – электрическая зубная щетка Socosex 3. Частота колебания щетинок у этого устройства достигает 37 тысяч в минуту, что обеспечивает эффективную очистку зубов даже от сильного налета. Девайс имеет 4 режима работы – нормальный сенситив для более чувствительных и поврежденных зубов, режим массажа десен, а также отбеливающий режим. Управление щеткой осуществляется при помощи одной кнопки, а разобраться в ее настройках помогают цветовые индикаторы. Всего индикаторов 6, и при выключенном устройстве они практически не видны. Но как только вы включаете щетку, они начинают светиться, обозначая выбранный режим работы, установку Bluetooth-подключения или состояние зарядки аккумулятора. К слову, заявленная производителем емкость аккумулятора составляет 1000 мАч, чего должно хватать на 25 дней использования. Правда, заряжается она долго, но зато в ней есть поддержка беспроводной зарядки, которая избавит вас от использования проводов. Из других особенностей устройства стоит отметить влагонепроницаемый корпус, поддерживающий падение в воду, а также удобные приложения, через которые вы сможете отслеживать уровень заряда и время для замены насадок. А что касается расцветок, то производитель предлагает 3 варианта такой щетки – розового, белого и черного цвета. Еще одна представительница Socos – электрическая зубная щетка X5, которая является улучшенной версией предыдущей участницы нашего топа. Производитель немного изменил внешний вид самого устройства и насадок, а также добавил новые расцветки. Кроме того, была улучшена и эффективность очистки зубов. Для этого в щетку установили улучшенный мотор, снижающий сторонние вибрации, а также добавили регулятор частоты колебаний щетинок, который в сочетании с прежними 4 режимами работы позволил добиться наилучшего очищения зубов и десен. А еще в Socos X5 увеличено время автономной работы. Такой щеткой можно будет пользоваться 2 раза в день на протяжении всего месяца без подзарядки. Заряжается она долго, но зато может похвастаться поддержкой беспроводной зарядки. Управление щеткой осуществляется при помощи 2 кнопок. Одна отвечает за включение и выбор режима, нормальный, отбеливающий для массажа десен или чистки чувствительных зубов. Вторая кнопка устанавливает одну из 3 возможных частот движения щетинок на насадке. Ну а отследить выбранный режим и уровень заряда на этой щетке позволяют цветовые индикаторы. Отзывы на данную модель строго положительные, и каких-либо существенных недостатков она не имеет. Так что если вам нужна качественная многофункциональная электрическая зубная щетка, то рекомендую обратить внимание на эту модель. Продолжает наш топ Oral-B Vitality 3D White. Эта электрическая щетка бережно и эффективно удаляет зубной налет, в том числе вдоль линии десны и в других труднодоступных местах, благодаря использованию специальной насадки. Эта насадка совершает частые пульсирующие движения, а ее щетинки расположены под особым углом, чтобы наиболее эффективно очищать полость рта. Щетка имеет простое управление и подходит для детей возрастом от 3 лет. В ней имеется встроенный таймер, который оповестит владельца, когда необходимо перейти к следующей части рта и когда можно заканчивать процесс чистки зубов. Пользуясь такой щеткой с насадкой 3D White по 2 минуты в день, вы очень скоро заметите, как ваши зубы станут заметно белее.
Кроме того, к этой зубной щетке подходят практически все сменные насадки, выпускаемые для щеток Oral-B. Ну а о том, что насадку пора менять, пользователю сообщат щетинки синего цвета, которые со временем теряют свою окраску. Поэтому вы точно заметите это и сможете вовремя поменять насадку для эффективной чистки зубов. Что касается автономности, то время работы устройства от аккумулятора составляет 28 минут. Показатель для современных зубных щеток небольшой, но все-таки вы сможете обходиться без подзарядки девайса в течение недели. Еще одна электрическая зубная щетка от Oral-B, попавшая к нам в топ, модель Pro 500 Cross Action. Она удаляет в два раза больше зубного налета, чем обычная зубная щетка. Это стало возможным благодаря профессионально разработанному дизайну насадки Cross Action, щетинки которой расположены под углом 16 градусов. Они окружают каждый зуб, бережно удаляя налет даже из труднодоступных мест и вдоль линии десны. Кроме того, во время чистки зубов щетка успевает сделать более 8000 возвратно-вращательных и около 20 тысяч пульсирующих движений. Все это позволяет добиться эффективного результата за короткий срок, а через пару недель использования такой щетки зубы будут гораздо белее. В устройстве имеется таймер, который подскажет пользователю, что с начала очистки прошло 2 минуты. Это минимальное время чистки зубов, рекомендуемое стоматологами. Также стоит отметить, что щетка очень проста в использовании, ею могут пользоваться даже дети от 3 лет. Что касается автономности устройства, то батарея зубной щетки работает до 10 дней без подзарядки при чистке 2 раза в день по 2 минуты. Те, кто уже приобрел такую электрическую зубную щетку, высказываются о ней крайне положительно, отмечая превосходное качество очистки зубов от налета по сравнению с обычными щетками. Единственный минус – это долгое время зарядки. Но если вас это не смущает и вы хотите эффективную электрическую зубную щетку, то стоит обратить внимание на эту модель. А сравнить стоимость всех участниц этого топа, как я уже говорил, вы сможете на специализированных ресурсах, ссылки на которые есть в описании. Далее в нашем рейтинге лучших электрических зубных щеток идет Oclean X. Она может похвастаться наличием сенсорного экрана, множеством режимов работы, шестиосевым гироскопом, а также наличием фирменного приложения для отслеживания процесса чистки. Используемый в ней гироскоп отслеживает очистку каждой части полости рта, а благодаря мотору, совершающему до 40 тысяч движений в минуту, что позволит эффективно очистить зубы даже в труднодоступных местах. В это время на экране устройства будет отображаться информация об эффективности очистки каждого участка рта. Эти данные потом можно отправить на свой смартфон и на их основе делать отчеты за тот или иной период времени. А еще с помощью свайпа по экрану такой щетки вы можете выбирать один из трех предложенных режимов работы – чистка, отбеливание или массаж десен, а также устанавливать скорость колебания щетинок. Ну а когда щетка не используется по назначению, на ее экране отображается дата и текущее время. Из других особенностей этой щетки стоит отметить влагонепроницаемый корпус, вес всего в 99 граммов, поддержку быстрой зарядки и продолжительное время работы, достигающее 30 дней на одном заряде. В общем, это отличная многофункциональная зубная щетка, которая сможет удовлетворить запросы даже самых требовательных покупателей. Продолжает наш топ привела NPL-010. Эта электрическая зубная щетка обеспечивает эффективное удаление налета, снижая риск образования зубного камня и развития кариеса. В ней имеется 5 режимов работы, для которых щетка может совершать от 28 до 38 тысяч движений ворсинками насадки, тем самым добиваясь максимальной эффективности в очистке полости рта. Пользователи могут выбрать режим ежедневной чистки, отбеливание, полировку эмали, режим для ухода за чувствительными зубами, а также воспользоваться массажем десен. Причем для каждого из режимов есть 3 варианта интенсивности частоты движения щетинок насадки. В общем, отличная многофункциональная зубная щетка, и владельцы отзываются о ней строго положительно. Единственное, что вызывает неудобство в ее использовании, так это долгое время зарядки, которое может длиться от 14 до 18 часов.
Зато одной полой зарядки этой щетки потом хватает на 45 дней регулярной работы. Так что, если вам нужна электрическая зубная щетка с различными режимами и возможностью регулировать интенсивность чистки, а также с длительным временем работы, то рекомендую обратить внимание на эту модель. Завершает наш топ Philips Sonicare 2 Series H6232-20. Если вы только планируете сменить простую щетку на электрическую, то стоит обратить внимание на эту модель. В ней есть функция Easy Start, которая постепенно увеличивает интенсивность чистки в течение первых 14 процедур, давая тем самым привыкнуть к новому устройству. А еще в ней есть звуковое уведомление каждые 30 секунд, которое подскажет пользователю, что пора сменить положение. По сравнению с обычными зубными щетками, это устройство в 7 раз эффективнее в плане очистки зубов от налета. При включении эта электрическая зубная щетка создает динамический поток, который мягко и эффективно обрабатывает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен. А идущая с ней в комплекте насадка совершает до 31 тысячи движений щетинок в минуту, но делает это очень аккуратно. Поэтому такая щетка совершенно безопасна для пломб, имплантатов, виниров и ортодонтических скоб. Кроме того, стоит отметить, что для этой щетки имеется множество насадок, специализирующихся на определенных задачах, будь то отбеливание, уход за деснами или очистки языка. Что касается времени работы, то одного заряда этой щетки хватает на 2 недели работы. Так что часто заряжать ее вам не придется. Это был рейтинг лучших электрических зубных щеток по версии канала «Правильный выбор». Напомню, что сравнить стоимость всех участниц данного видео вы можете по ссылкам, оставленным в описании. Ставьте лайк, если вам понравился ролик, и напишите в комментариях, какую из зубных щеток вы бы купили себе. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео. И чтобы его не пропустить, жмите на кнопку «Подписаться» и подключите уведомления, нажав на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале «Правильный выбор».